Вот, ну, надо сказать, конечно, охота на гуся весной, да и осенью, она непростая. Во-первых, поля еще очень болотистые. Вот, и, как правило, выставлять профиля или чучела необходимо где-то к центру поля, на возвышенности, там, ну, где гусь обычно, чтобы он, во-первых, и видел, и где обычно у него и получаются присады, базары там, и так далее. Иногда дотащить, ну, грубо говоря, с полсотни профилей или чучалок очень тяжело. При этом совсем неплохо, когда есть механические средства определенные, которые в этой ситуации могут помочь. Сейчас вот здесь ни на машине, ни в коем случае в поля нельзя заезжать. Да, в общем-то, и на квадроцикле нежелательно, потому что, несмотря на то, что шина низкого давления, все равно плодородный слой почвы портится, фермеры на это очень сильно обижаются, и, в общем-то, в конфликт вступать абсолютно никакой необходимости нет. Плюс ко всему этому получается, что от квадроцикла по мягкому полю остается прорезанный след, и гусь видит. Как бы, чтобы не наезжать, не натаптывать, потому что в основном вокруг места охоты желательно местность оставлять такую, какая она есть, нетронутая. И в этой ситуации, конечно, очень хорошо, что-то по типу буксировщика, мотособаки, вот такой, как бы, с прицепленным корытом, она идет, практически не оставляет следа, то есть не продавливает ничего. И плюс вот это вот корыто, которое сзади цепляется, конечно, достаточно удобно для того, чтобы погрузить в него все мешки с профилями там, или с чучелами, какие-то засидки и так далее, довести там за 500-600 метров, куда необходимо доставить, особо не нарушая почву, и спокойно с нее можно поставить. То есть, конечно, она выручает очень здорово.